И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на авиации. И сегодня мы продолжим выживать в этом прекрасном и замечательном мире. Не на опустошителе. Погнали просто так пешком. Крылья есть. Сейчас возьму запасную броню. Где там? Вот. И погорцуем так, просто так. Посмотрим, что из этого вообще выйдет. Если что... Кстати, флажки телепорт можно будет сделать. Мало ли что. Даже можно сделать сразу запасочку, парочку штучек, отлично. Для чего? Ты не знаю, чтобы было. Я смотрю, что ресурсов тут у меня лежат. Погнали! Посмотрел, где спавнится яснокрылы. И по карте вот где-то вот там. Вот где-то там. Где точно? Да черт его знает! Что ж у меня спрашивают? Я ж сам-то не знаю. В этом-то и вся загвоздка. Поэтому что? Правильно, бежим туда, где я еще не был. Я только примерно помню, что выход на поверхность. И все. Ну и вроде как там металл находится. Но это не точно. Это определенно не точно. Что там за... Ага, понятно. Бежим вперед. Да, я мог там стоя обойти стороны, но спрыгнул уже, побежал. Какая разница? Серию снимаю сразу же в ряд подряд. Чтобы был... Не, 60 левел вообще никуда ни о чем. Вот, как видите, флора фауна уже восстановилась после того, как я здесь поприбывал. Хе-хе-хей. Экс! Ну! О! Следующий! Добрый вечер! Тихо! Отлично. Почти догнал. Почти подошла ко мне. Но не тут-то было. Так. В целом я уже прям вот реально говорят, нужно бороться со своими страхами. И раньше я к этой карте относился, реально я к ней относился со страхом, с какой-то боязнью. Сейчас уже легче. Я сейчас не знаю, это будет у нас гильдийный проект, не гильдийный, но я играю в Albion онлайн. Немножечко. Пошел ты. Вот. И, собственно, я правильно видел? Ну ладно, неважно, правильно, неправильно, погнали сюда. А! Тихо. Не надо пролагивать. Ага. Это не то. Здесь только с хазматом я смогу зайти. Так, погоди-ка. А где тогда? А! Нет. А, вон она где! Точно, я же здесь еще и подъемчик делал. О, слушай. Ну здесь-то уже точно подъем наверх. Вот. И, собственно, что я про Альбион-то начал говорить? Там очень много PvP-контента. Опа, чек! Добрый вечер, дальше не нужно. Дальше поверхность, и я вижу, что там дальше все полыхает и горит. Отлично. Туда мне точно не нужно. Наверх только с помощью хазмата. Значит, это где-то должно быть под землей. Как спуститься под землю? Я не помню ничего. Может, через верх, может, наверху это... Слушай, давай проверим. Оп! Привет! Ой, да ладно, чё ты? Ой, ну ладно, все, короче. Тут толкается такой. Не, я не спорю, мне тоже не понравилось, если кто-то сверху мне на хребет такой спрыгнул и такой, ой, покатай меня, большая черепаха. Так, погнали туда, наверх, и посмотрим, что там будет наверху. Так...
кстати, надо газ поставить добывать. Да что ж я вечно-то забываю про него. Я вспоминаю только на серии, когда пробегаю мимо газа. И такой, о, надо газ поставить, собирать. Кошмар. Забрался с помощью зиплайна. Ничего, так сказать, сверхъестественного, причем этого. Природного, Nature Zipline. Там так и называется, Nature Zipline. Вот, и здесь ничего, так сказать, нового. А что у нас здесь? Василиск. Отлично. А что ты... О, второй. Отлично. Хорошо, не загрелись. Что у нас здесь? Может, он наверх сгонять, посмотреть? Ну, слушай, ну это какая-то шляпа. Это же ешь налево, ну да. Здесь яснокрылов нету, а я хочу вообще-то за ними сгонять. Я знаю, где есть яснокрылы. Также есть светороги, если не ошибаюсь. Это спуститься нужно вниз. Но туда, по ходу дела, и пойдем сейчас. Ага, вот Василиски, они сразу же загрелись, стоило мне спуститься вниз, они сразу же загрелись на меня. Да, отлично, фиг с ними. Погнали туда. Спускаться вниз будем. И там уже будем смотреть, что как где. Я, честно, я не помню, где спуск. Ой, вообще, вот прям реально... помню... частично, что где как, но не помню, где что основное. А, это вон там я наверху лазил, я. Это вот там ил. Иди курусом. Так, а мне нужно туда, собственно. Ну, хотя разницы никакой нет, я там или там пройдусь. Неважно. Так. И летим уже непосредственно вниз. Здесь уже немножечко, я бы так сказал, опасненько. Опасненько в том плане, что здесь уже появляются эти, как там их... Ой, это крыло мое. Смотрю, думаю, что за металлическая конструкция. Здесь уже появляются... Ну, точнее, не здесь, а вон там внизу эти... Газды, короче, как там их. Которые в темноте появляются. Я не помню, сейчас как они обзываются. Вот, честно, я сейчас думал, сейчас вспомню. Не, нифига. Пытался, но нет. В общем, они где-то здесь. Они и по карте отображаются, что где-то здесь их можно будет заспавнить, господи, притомить. Но, честно, я не помню, где. Сейчас будем спускаться вниз потихонечку. А, подожди, потихонечку. А, не, нормально, броня нормально. А, игуанодон. В руках у меня, то есть, точнее, в инвентаре у меня несколько этих кирок. Также, если что, есть телепорт. То есть, как бы без проблем я смогу сдриснуть. Там титанобол, и давай, короче, вниз спускаться. Уи! Так, отлично. Ой, мне показалось, что это альфа, думаю, альфа, артоплевр, чего? Я думаю, первый раз такое вижу, а не, нифига это. Это обман зрения. Листозавр. О, там красненький луч. Интересно, что там. А, жижный газ, синий самоцвет и глушитель. Ну, шляпа, короче, полная. Учитывая, что рядом Василиск. Я бы даже сказал, шляпа полная вдвойне. О, гигантопитек. Или как там он? Гигантопитек же? Да, гигантопитекус. Питекус убивакус. Да, вот светороги. Угу, отлично. И по идее, яснокрыл тоже где-то здесь должны тусоваться. Тут еще проблемка не просто их найти. Воу-воу-воу-воу-воу, не лагай. А найти еще нормального левела. Так, с мегалозавры. Крабики, крабики. Слушай, или они здесь еще не спавнятся, эти козлы. Безымянный, во, я вспомнил, я вспомнил! Слушай, а я что-то понять не могу.
А я что-то не вижу ни одной птички. Я бы хотя бы одного бы увидел. Вот светороков я вижу, и ни одного. А вот и безымянные, да, они здесь спавнятся. Козлы! Пошли вы! Так, ну окей, давай смотреть по базе, где они находятся. Так, ну по базе я смотрю, что тут у нас. 45 на 40, 43, ну 42, можно так сказать, на 39. Ну, слушай, что-то как-то здесь, вот как-то здесь, где я сейчас нахожусь. Ну, я тут вижу только светорогов. О, черта. Да, я везде вижу только светорогов. Я не вижу яснокрылов. Вот опять светорожка. Да, светороги прикольные. И я бы притомил бы одного. Но, кстати, светорожа. Да, правильно, семена растения Z. Я именно для этого их и добывал. Их нужно будет поместить в последний слот. Но, блин, яснокрыла-то здесь нету. Алло. Я вообще-то за ними пришел сюда. Ух ты, синенький такой. Ой, он еще и по левелу нормальный. Ну, одно я могу сказать. Приперся я правильно. Но! Почему-то их здесь нету. Ну, блин, они бы все равно заспаунились, то есть, камон. Давай на вот этот гриб сейчас спустимся. Хач! Минус ноги. Так. А, не то. Почти угадал. Вот, видишь, светороги, они есть, а яснокрыла нету. Даже вот так вот сделаем. Уже чисто название скопировать. Тоже нету. Понимаешь? Знаешь, в чем проблема? Я сюда зря приперся. Кстати, вот хребет, по которому я лазил, там кто-то наверх уползал. И уперся, короче, в это. Я думал, там будет какой-то выход. Я реально, я потратил несколько часов, чтобы по вот этому хребту с помощью крюков ползти. Да. Это было еще тогда, когда они ломались не так быстро. Но это было в начале. О, 64 левел. Левел-то говна. Просто смотрю, что здесь вообще еще есть. Чтобы на будущем, скажем так. Если что, я сюда сразу же так хоп и пришел. Нет, светлякан. Ну, камон, я чувствую, зря перся. А теперь мне обратно. Единственное, что здесь хорошо, здесь должен быть нормальное количество металла. Но он как бы у меня и там есть. Светорожек, 8-й левел. У меня и там есть. Зачем мне он здесь? Ах. Ну ладно, чё. Чё, погнали-то наверх, обратно. И искать другой вход. Туда, где нужно. Так, не то. А, отлично, я и так подняться могу. Это хорошо. Ну все, погнали обратно. Решил светорожика все-таки притомить какого-нибудь хорошего левела. И увидел синие кристаллы. И подумал, ха, почему бы нет? Кстати, одну вот такую гору срубил киркой, и вот металла, ну, нормально, нормально. И одного безымянного завалил. Ну, конечно, да, без освещения они, конечно, жесткие. Тут как бы не спорю. Вот, мы сейчас это увидим. О, это еще прям жестче. Тут был как-то послабее даже. Это прям даже еще жестче. Ну, опять-таки же, да, они не очень в этом плане. Да пошел ты в жопу, короче, в баню. Я синие самоцветы добываю. Они просто мне урон там вносят.
Так каково? О, слушай, а что-то вас много уже. Так, прорываемся. Отсюда вам? Вы идите, Ваня, короче. Так, где у нас, что у нас? И пошли. Оп, в жопу, в жопу, в жопу. Вы идите от меня. Ха, лошара. А вот научитесь лазить по стенам. А, так это мощный был. А мне вот эти маленькие попадались, ясно. Вот такая вот фигня. Ну, зато синий самоцвет это было. Сколько это был? О, 200 штук. Нормально. Хоть что-то. Хоть не зря спустился вниз. Но светорожек я решил притомить. А чё, прикольно, пускай. На базе тусуются. Ну, классно же. Классно. Я знаю, что классно. Мне фиговые идеи в голову не приходят. Иногда. Короче, я просто решил найти того там, который 50 с лишним был, 52-й что ли, светорожек, а то что-то 8-й, 12-й, хотя бы получше притомить все-таки левелом. Вот, и уже его притомить. О, а здесь удобненько, наверх забрался. Так, вот, 52-й и 48-й есть. 52-й у нас где? Ага, там. А там вот где? Около карты крысы? О, даже дальше? Нифига себе. Просто я по факту вернулся примерно туда, где я уже был. А 48-й где-то вот там тусуется. Так, и надо за броникой следить. Ага, отлично, все нормально. Так, и где ты, светорожа? Рожа, рожа, светорожа. О! А, нет, это луч. Это всего лишь навсего луч, а здесь кусок говна, это я знаю. Это я уже смотрел. Так, где ты, светорожек? О! Да, у меня просто новая это. А, вот ты где! Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Стой, 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 стой. Погоди. Да, 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 да. Во. Хе-хе-хе, клёво. Так, и... А давай включайся. Е. Давай вот так. Теперь... А, ну тебя сейчас еще не вкачать. Ну во! Во! Уже клево. Уже клево. Такс. Дальше что мне нужно? Ну, дальше мне нужно наверх подниматься, до базы идти и искать этих... Дис накрыл. Что ж такое-то прямо? Это... Не очень. Но вот съедобные грибочки мне нравятся. Ей! Наверх! Вперед! Вперед! Потратим еще кучу времени, чтобы понять. О! Точно! Пф, наверх! Подожди, а там что это было такое? А, это картокрыс. Вспомнил же ж я! Умный же ж! Оп! И домой. Ну, а дома уже... Оп! И пускай вместе тусуется. Эй, клево! Клево, клево! Ну, не, ну, тут не спорят. Тут они клево. Вот, вот. Смотрите, ну, класс, оранжевенький, да. Так, так у тебя нужно вот это вот выключить, и давай тебе запас заряда вкачаем, да, пускай будет. Ну, а я за яснокрылами. Так, так, во-первых, отсвестись, а во-вторых, давай все на нейтралке, пускай будет. Ну а мне надо дальше искать яснокрыло. Искать яснокрыло, только починить надо. Блин. Красных кристаллов не хватает. Короче, я посмотрел, где яснокрыло находится. Они находятся, я правильно помню, они находятся там, где дрейки. А дрейки, яйца дрейков находятся в самом низу. На дне. Из ближайших, скажем так. Находится в самом низу это радиация, чтобы сделать защиту от, от радиации. Это мне нужно, ну, естественно, да. Сжиженный газ. Такая проблема. Такая проблема. То есть мне не только сейчас нужно будет это все дело установить, но это еще и будет собираться долго и счастливо. И да, это нужно туда вниз лететь, прям где красная зона, красные кристаллы, вот это все говно. Ужасно, ужасно, все плохо.
И я сейчас хочу сгонять туда, где меня била радиация, но посмотреть, у меня там этот... Какие-то грибочки вроде как защищали. Вот я и хочу на них и проверить. А, сытный это точно нет, может водянистый? А, потому что водянистый, то есть вот сытный дает один щит. Что-то, если посмотреть, иммунитет к отравлению. А если захавать водянистый, то он дает другой иммунитет к отравлению. И, ну, в общем, короче, я хочу вот это проверить. Если это поможет, то есть шанс туда сгонять. Но сомневаюсь. Вот. Да. Не получится сегодня яснокрыло притомить. Но зато классного яснорога притомил. О, светорога. Яснорога. Господи, что? Ладно, сейчас зайдем туда и глянем. Так, собрал еще немного грибочков. И сейчас скоро прям в эту аномальную зону. Это все-таки вот это была зона. Вот это я кайф словил. Да, и урон все равно проходит. Ну, вот такая вот жопа. Значит, я точно знаю, что с хазматом здесь пройти можно. Но вот эти галлюциногенки я словил, это именно из-за... Кстати, да, здесь уже все нормально, бьет вот около нее. Здесь только сытные помогут грибы. И, кстати, куда я приперся? Да, я приперся туда. Мне, по идее, нужно куда-то туда. Да. Не-не-не-не. Во, отлично. Ладно, погнали обратно. Короче. Да. Все очень плохо. Вот реально, очень плохо, когда ты, не подготовившись, идешь снимать серию. И не в том плане, что что-то где-то не сделал, а в том плане, что ты просто-напросто забыл что-то элементарное. И это элементарное оказалось сделать хазмат. Ну, что поделаешь? Сейчас мне нужно будет это за кадром. Во-первых, мучить кротокрысов, чтобы они мне дали красный кристалл. Ну, то есть кто-то из них дропнул. Потому что создать красный кристалл стоит, ну, как-то уж сильно это, ну, того много. Хотя фиг знает, там всего 4 нужно будет. А спустившись вниз, я уже получу эти красные кристаллы в немалом количестве. Жиженый газ тоже могу сделать, но у меня нет шелка и абсорбента. Да, да, тоже такое. А, вот, и поэтому, ну как бы такое себе. Ну вот, здесь, как видите, создать можно, но очень сильно сложно. Вот, и... создать, то есть установить добытчик жиженого газа, создать уже хазмат и в следующий раз пойти уже туда. Вообще, наверх бы подняться тоже не помешало бы. Наверх подняться, попробовать залутать немножко элемента, тем более выход здесь близко, залутать немножко элемента, чтобы уже посмотреть, что я с ним могу сделать. Смогу ли я что-то где-то и зачем-то. Мне бы очень понадобился сейчас генератор, тег-генератор. Прям очень сильно бы понадобился. Да. Вот такие вот пироги. Ну да ладно, что. Зато, ну вот такой милаху сегодня притомили. И это очень даже... Уберем. Вот, и это очень даже клёво. Ну только что-то вот что-то как-то... шапка мешает. Шлёп. Вот такие вот дела. Ну, я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, и, конечно, делиться моими видео своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.